В Сирии боевики группировки «Исламское государство» минируют археологические памятники Древней Пальмиры. По сообщениям правозащитных организаций, джихадисты заложили возле объектов всемирного наследия противопехотные мины и взрывчатку. Пока, однако, неизвестно, с какой целью это сделано. Чтобы уничтожить памятники или чтобы не позволить правительственным войскам отбить их. Боевики ИГИЛ захватили Пальмиру в мае, что немедленно вызвало опасения со стороны мирового сообщества. Ранее исламисты уничтожили множество памятников древности в Ираке. Сирийская армия обещает отбить Пальмиру. Пока же наиболее интенсивные бои не с ИГИЛ, а с другими повстанческими группировками продолжаются в районе Алеппо. Уже около 3 лет восточные кварталы города находятся под контролем правительственных войск, а западные — под контролем сразу нескольких группировок повстанцев. Обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах, приводящих к гибели мирных жителей.